Воскресенье в Самарской области пасмурное небо, местами пройдет снег, днем -7, -9 градусов, ночью в тех же пределах 7-9 ниже 0, ветер юго-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег, днем -8, ночью -7 градусов, юго-восточный 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, температура воздуха днем -7, ночью 7 с минусом, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем -8 и ночью -8 градусов, юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.